Ну, вот небольшую ремарку я еще хочу сделать. Пройдемся сейчас в сторону улицы Ленсовета. Вот раньше у молодежи у них были какие-то все-таки авторитеты, и мое поколение, оно все-таки как-то стеснялось взрослым, старшим как-то грубо ответить, как-то спорить с ними, какие-то препинания, в истерики впадать. Сейчас нет, сейчас молодежь не стесняется, не боится ничего, и не боится и матом сказать, послать. То есть буквально там, если там я на 20 лет некоторых старше, они не стесняются мне матом отвечать грубо. То есть это говорит о воспитании, о падении вообще уровня интеллекта и культуры в обществе, о деградации общества. Ну и кроме того, помимо того, что были авторитеты, да, и не